На 5% увеличилось число сделок по приобретению объектов недвижимости в кредит. Таковы данные Росреестра по Тверской области за 9 месяцев текущего года. Всего в регионе за этот период зафиксировано 13 700 таких операций. Если анализировать поквартальную статистику, то стоит отметить значительный рост числа заключенных договоров, начиная с июля. Именно в этот период зарегистрировано 6300 фактов покупки-продажи. Это почти в два раза превышает показатель первых трех месяцев – 3200. Аналитики отмечают, что немаловажную роль в увеличении показателей сыграла выдача так называемой «льготной ипотеки». Такая программа была утверждена правительством России в апреле. Ставка не должна при этом превышать 6,5%. Но все это касается только новостроек. Причем люди какое-то время раздумывали, но затем спрос начал стремительно расти. Сначала действия, да, вот такой вот льготы. Не особо было много у нас ипотек, именно льготных ипотек. Основной рост мы отмечаем в октябре месяце. Если вот с мая по ноябрь было зарегистрировано порядка 300 льготных ипотек на приобретение жилых помещений, то только за один октябрь их 102. То есть вот как раз вот мы можем, наверное, констатировать, что сейчас идет увеличение, да, спроса вот именно при получении таких льготных процентных ставок.